числе главных тем, которые обсудили в рамках встречи в администрации округа, ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений на улице генерала Вотинцева в Кубинке-10 и капитальный ремонт многоквартирных домов. Станция очистки уже построена, однако запустить ее не удается. Глава поручил провести инспекцию коммунального объекта, оперативно взять его на баланс, чтобы начать полноценно эксплуатировать. Ремонт многоквартирных домов в городках затрудняет изначально низкое качество строительства. Дополнительные трудности при благоустройстве в Кубинке создают то, что на данный момент не все имущество передано округу. Вкладывать бюджетные средства в развитие территории Минобороны закон запрещает. Вместе с тем органы местного самоуправления находят возможность постепенно улучшать ситуацию. Для Кубинки, безусловно, важно развивать и социальную инфраструктуру. И, в частности, давно стоит вопрос по строительству поликлиники, новой школы, вопрос благоустройства дворовых территорий, общественных территорий. Многие годы территория принадлежала Министерству обороны, и идет несколько лет процесс передачи объектов жилого фонда, объектов инфраструктуры, муниципальной собственности. Обсудили и другие вопросы – ликвидацию заброшенных зданий, улучшение работы общественного транспорта, капитальный ремонт местного дома культуры. Следующее совещание с подведением промежуточных итогов и корректировкой планов пройдет через месяц. Евгения Августина, Роман Попов, телекомпания «Одинцова».